ситуация. Вас на входе встретил также начальник охраны. Так точно. Обязанности за него. Следующий ваш шаг какой? Вы подходите к пункту, группу встречи. Вас здесь сейчас проверяют, смотрят. Меня зарегистрируют? Зарегистрируют, да. Потом поведут вас в место размещения вашего. То есть мне сразу скажут место размещения? Да, покажут, где ваша кровать будет, да? А потом вас поведут в медпункт, чтобы посмотреть. И психологу. Можно пройти? Кто меня проведет? На работе, пожалуйста. Нет, надо просто зарегистрировать. Александр Георгиевич, какой цели прибыли на ПВС сейчас? На прошлой неделе мы вместе с вами уже посещали это учебное заведение. Здесь у нас располагается один из ПВР. Я еще на прошлой неделе сказал, что он абсолютно практически был готов к приему. Были высказаны небольшие замечания. Сегодня проверили, все устранено. Он готов к обращению эвакуируемых жителей. То есть кровати установлены, медпункты? Да, сейчас это пока 25 мест. Кровати есть в наличии и взрослые, и детские. Сколько времени понадобится, чтобы полностью развернуть? Тут же более 100 человек, возможно. Полное вмещение этого пункта 110 человек. Развернем в течение часа. Спасибо. Здесь вы можете раздеться, выбрать это свои. Какая вам? Я могу предложить вам кровать. Так, человек первый, может, любую выбрать. Какая вам кровать? То есть одеялки, матрасы, простынки, все здесь у нас есть, да? Есть, да, подушка, все есть. Все в наличии. Тумбочки тоже, да? Да. Сивая вода, стакан, липидная. Это пока одна аудитория? Нет, это мужчина. Это для мужчин. То есть отделение для мужчин. Хорошо. Можно медпункту и для мужчин? Посмотрим. Значит, начнет ли будет медпункт? Просто это индивидуальное. То есть еще и будут индивидуальные средства, гигиены тоже будут выдаваться. Все, вы разделись, вытрали, выбрали? Ну да, я с краешку важна. Здесь женская. Можно зайти в женскую? Так. Ну, здесь даже музыка, чтобы было, так сказать, не скучно. Все здесь хорошо. Все вы хорошо. Наше телевидение. Во время работы ПВР, где дети будут учиться? Они тут же процесс учебный? Нет, или у нас переводят? Два корпуса. Первый корпус на Воннах интернационалистов 76, второй на Разина 5. Дети будут переведены. Двухсменная. У нас односменная школа полного дня, но в таком режиме будем работать две смены. Здесь у нас кабинет медицинского обслуживания. Здесь находится медицинский пункт. В период развертывания поста временного размещения населения эвакуированного здесь будет дежурить врач и, соответственно, два медицинских работников, они будут принимать больных и затем, соответственно, по необходимости отправлять их в лечебные учреждения нашего города. Здесь комната матери ребенка, принимаем мамочек с маленькими ребятишками. В этой комнате находится педагог, ответственный за данное размещение родителей и детей, и медицинский работник со специальным оборудованием. Дети могут не только здесь находиться, они могут и поиграть. И в то же время пеленальный столик для мамочки есть. Есть раковина с горячей холодной водой. То есть как бы на первое время все необходимое в данной комнате имеется. Комнату психолога и небольшую детскую комнату. Здесь мы можем детям показывать мультфильмы, какие-то фильмы в виде маленького такого кинозала. Психолог с документацией со своей. Ну и, конечно, небольшое помещение для разгрузки психологической. Ну вот, дети могут почитать, могут поиграть в настольные игры. Ну, для первой необходимости как бы создали условия по мере возможности. В ПВР сколько можно содержаться по времени? Пока ЧС не будут снять, посмотрим. Вообще в 30 дней ПВР, по-моему, полагает, да, время пребывания. Ну, так как пункт временного размещения ЧС, либо до снятия ЧС, либо до остальных, если куда-то в другое место, ну, так, в зависимости от того, это паводок или чрезвычайная ситуация.
Если паводок, они могут находиться в течение, пока не уйдут, может быть, к родственникам. Либо в прошлый раз у нас забирали в санаторно-курортное лечение. Мы в прошлый раз тоже здесь размещались люди, да? Когда был паводок, 14-й год это. Да, мы здесь, у нас был пункт временного размещения, мы достаточно много, не могу точно сказать, потому что был сменный состав. Утром приходили, к вечеру уходили, приходили вечером, уходили. Ну, наверное, порядка 50-60 человек было. Угу. Даже с учетом текучести? С учетом текучести было. В среднем. Хорошо, спасибо. Спасибо.